Всем привет! Охотники из северных регионов задают вопрос, насколько манок устойчив к морозу, не будет ли он залипать или даже становиться колом. Вот сейчас я хочу провести по этому поводу эксперимент. Время начала эксперимента 13:04. Для эксперимента взял два своих манка. Сейчас мы вот этого малыша вот так утопим в воде. Смотрите, кстати, не тонет. Плавучий. Как-то об этом не задумывался. Ну вот, в общем, мы сымитируем накопление конденсата внутри манка. Потому что зимой, когда на холоде дуешь в манок, пары оседают внутри, и получается даже капли влаги там появляются. На морозе может все замерзнуть, чертовой матери, не будет работать. У меня такое не случалось, в принципе, даже и с большим количеством влаги, все равно он сразу же практически продувался. Ну там секунда подлипания, может быть, стартовая была, потом сразу же это все разрабатывалось. Не было такого, чтобы колом становился. Вот. Ну, у нас и морозы, конечно, 20-30 градусов бывают редко. Ну, с северных регионов пишут, что такие морозы у них есть. И вот может быть такая проблема. Вот смотрите. И заодно, кстати, проверим, как он во влажной среде сработает или нет. Сейчас я подую в него. Сами видели, вот он мокрый. Мокрый манок. Сейчас я в него дуну. То есть мокрый он, работает без проблем. Так-с. Так, ладно, пусть пока позамачивается. А второй положу в морозилку сухим. Одного мокрого закинем, один сухой будет. Так, морозилочка у нас. Вот она, смотрите, работает. К сожалению, градусник я не могу найти. Один поломанный, а второй не могу найти, чтобы показать прям в цифрах. Но вот смотрите, деление вот это колесико на максимум выкручено. И морозилка, по идее, выдает, по-моему, около 24 градусов. Я это проверял градусником, термометром. Вот, смотрите, все добро здесь заморожено. Просто наглухо. Вот утка деревянная. Все здесь у нас фруктами забито. Сливы, алыча. На зиму, короче, все забито, хоть еще морозилку покупай. Я вот не помню, в каком отделе, то ли сверху, то ли снизу более низкая температура, по-моему, сверху, поэтому закину сейчас сюда. Так, что у нас тут, малыш замочился. Так вот все-таки стряхну немножко, чтобы прям капель не было. Ну вот он, смотрите, видно, что он прямо мокрый. Вот видите, все мокрое. Не прерывая запись, открываю и кладу его вот сюда. Раз. Вместе со шнурком. Так. И второй. Ну давайте и второго замочим, господи. Что уж. Ну полностью не буду. Просто в жизни вы так делать не будете. И замачивание, ну как бы, для деревяшки не очень полезное все равно. Оно не напитает за такой короткий срок влаги, конечно. Не испортится. Ну чтобы
лишний раз не рисковать, не буду полностью мочить. Вот. Только вот эту часть, самую ответственную. Вот так вот. Все. Тоже кидаю. Я не знаю результат. Так. Все. И второго сюда закинули. Теперь они тут как следует промерзнут до самого вечера. Вот еще раз смотрим, во сколько я начал. 13:09, суббота, 2 октября. Вот. Специальное тестирование, насколько манок устойчив к залипанию, манок Ирбиса. Текс. Все. Вечером, как я вспомню за них, если вспомню, точно так же вернусь, посмотрю время на камеру, зафиксируем и открою морозилку и проверим. Вот такие яблочки у нас на дереве выросли, огромные. Для красоты положил. Все, ждем.